Ребята, всем огромнейший привет! Ну что, 120-й чемпионат у нас в самом разгаре. И снова, по традиции, если обе команды, выигравшие в предыдущем турнире кубки, участвуют в текущем чемпионате, проводится между ними матч за суперкубок. В прошлый раз чемпионат выиграл трубобой, кубок выиграл команда «Дизелисты», поэтому сейчас мы посмотрим матч за этот трофей. Ну что, поехали! Вот. Но до этого момента, напомню, все матчи, в которых участвовали мои команды, суперкубок выигрывали. Посмотрим, получится ли в этот раз продолжить эту приятную традицию. Трубобой первым начинает атаку в этом матче. Кузнецов нарушает правила и большинство у трубобоя. Вот такое неприятное начало для дизелиста. Выбросил шайбу Рассел. Отлично. Немножечко сейчас времени у трубобоя большинства пройдет. Снова они входят в зону. Бригадиров. Бросок. На месте вратарь нашей команды. Еще бросок, еще пока спасает. На воротах сегодня у нас стоит Принц. Ну, надеюсь, будет он так же здорово, как Принц, стоять. Нет, Сенченко лично забрасывает шайбу в большинстве. 1-0 трубобой повел в счете. Вот такое неприятное начало. Сразу же удаление и заброшенная шайба. И Принц не помог. Половина первого периода, 1-0. Трубобой продолжает атаковать, но нужно уже, ребята, начинать тоже свои атаки организовывать. Вот он, виновник удаления Кузнецов. Ну что, Женя, надо как-то реабилитироваться. Мразик там первый раз шайбу в матче потрогал. Уже атака трубобоя. Бросок. Кабанов нанес его. Кузнецов, Кучеров. Ну, бросать Бердюков на замахе, пушка его сваливает, и теперь большинство у дизелиста. Ох, здесь тоже грубовато, но два удаления не бывает. Гол! Никита Кучеров красиво на противоходе. Мразик в один угол, шайба в другую. 1-1. Прекрасно по большинству команды реализовали. Второй период начался. Никита Кучеров идет в атаку, и Кирилл Кабанов едет отдыхать. Ну что, надо снова реализовывать большинство. Сразу же бросочек. Мразик на месте. Еще бросочек. Ну, пока вот такой матч. Команды не очень дисциплинированные его начали. Поплатились за это удалениями, за пропущенными шайбами. 1-1. Еще здесь попал в защитника Кучеров. Рассел бросает. Мразик на месте. Ну, надо, ребятки, снова выиграть вбрасывание. Не смогли, но шайбу перехватили. Рассел в защитника попал. Еще бросок. Снова попадает в защитника. Еще бросочек. Здорово, пока играем в большинстве. Шайбы все время в зоне трубобоя. Бердюков попал в своего. Еще надо бросить. Вот тут просто уже ребята не знают, кому бросать. Передали шайбу друг другу. Бросили. Еще бросок. Ну вот и большинство заканчивается. Сейчас, наверное, этот расстрел мразиком закончится. Кто сейчас на это? О, Бригадиров не выдержал этой беспрерывной нагрузки на защиту. Поехал отдыхать теперь он. Еще бросок. Шикарный матч, скажу я вам. Лед расплавился в зоне. О, это могли сейчас доиграться в большинстве. Очень опасно. Там провел редкую атаку трубобой. Кучеров никто не добил снова. Ой-ой-ой, отлично. Что есть сбрасывание, выиграть не удалось. Шайбу выпустили из зоны. Не знаю, в этом периоде успеем бросить. Никита бросает. Нет, 1-1 после двух периодов. Третий начинаем. В большинстве выиграли вбрасывание стартовое. Кучеров попал под силовой прием. Снова шайбы Кучеров. Рассел. Ну, бросит кто-нибудь. Да, не Артемий Панарин. Очень красивым броском. Вот, по-моему, снова успели реализовать большинство. Пока все шайбы заброшены были в большинстве, ну или уже одновременно с выходом пятого игрока. Ну что, 2-1 впереди дизелист. Рассел, пас Панарину, Артемий сразу же поворотом. Мразик на месте, атака трубобоя. Ну вот сейчас надо здесь
поплотнее сыграть с нападающими. Бог, как сейчас дали пробить. Отдай пасу. Кучеров здорово обошел защитников. Входит в зону. Панарин, Кучеров. Бросать будем, ребята. Ой-ой-ой. Ну, нормально здесь попасовалась тройка Панарин, Кучеров, Кузнецов. Бросили по воротам. Вбрасывание выиграть не удалось. Но шайбу перехватили. Артемий. Отличный момент. Но атака уже у трубобоя. Неточный пас. Кузнецов, Кучеров. 3 минуты, ребята, до завоевания очередного суперкубка. Напомню, все пока с матчей, в которых мы играли за суперкубок, мы выиграли. Минута. Не дать Кабанову бросить. Ой, отдает он пас. Принц спасает. Да! Дизелист выигрывает этот трофей, выигрывает этот матч. Ну что, всем спасибо за внимание. Дизелист чемпион. А мы продолжаем 120-й чемпионат. Играйте активно. Всем спасибо за внимание. Ура!